Было смс-оповещение, что аварийная ситуация, и в пятницу, и в понедельник будет отключена электроэнергия. Точное время включения я не помню, 15 или 19 часов. В пятницу так свет и не включили. Мы приехали с работы, света не было. Вот попытались позвонить в энерго... Шеф, телефон сбрасывается, вообще телефон не берется. То есть причину мы не выяснили, почему. Ну, утро, соответственно, субботы, света нет. Ну, сами понимаете, да, два холодильника, морозилка, то есть мы находимся достаточно далеко, поэтому, ну, приходится впрок закупать продукты. Тем более мы с ребенком, у нас это и молочные продукты, да, и творог. Ну, вот то, что необходимо хранить в холодильнике. Естественно, звоним, шеф так и сбрасывает. Ну, то есть вот вообще не дозвонились. Я звоню, у нас Дарья Александровна всегда на связи, это глава Бархата на связи. Вот я ей написала смс, ну, она начала разбираться, подключилась. Максим Николаевичу написали, он тоже подключился, начал разбираться в этой ситуации, но ситуация так и не прояснялась. То есть нам сказали, что выехала бригада, и в субботу, то есть ничего так и не решилось. Далее в воскресенье проходит у нас опять нет света. Но здесь нужно сказать, что в субботу вечером мы уже стали звонить на... Не звонить, а писать на горячую линию губернатора. Здесь Александр Александрович подключился. Нам пояснили, как оказалось, что там какие-то деревья повалены, что они очень долго искали, хотя где-то в 3 часа Дарья Александровна сообщила, что место аварии найдено, что, ну, устранят. Это было в субботу, где-то в 3:08. Она мне позвонила. Вот. Ну, в итоге уже дело совсем к вечеру, ничего не решается. Естественно, у нас морозильники уже бегут. Ну, то есть, как бы, не включается свет. Понятно, что у нас не обогреватели. Ну, вот, хорошо печное отопление есть, понятно, что сидит. Но, тем не менее, как бы, это же надо и сварить, и все. Мы звоним опять, ну, пишем главе и района, и непосредственно под Каменной. Ну вот, звоним на горячую, пишем на горячую линию. Вот, позвонили в энергосети, как нижние сети, да? Вот, у них единый номер. И нам сказали, что были обращения, но, тем не менее, аварийная ситуация. Вот, ну и далее, после того, вот как мы написали губернатору, да, то есть, видимо, начались какие-то действия, да, начался обзор. И вот сегодня вечером, это мы уже где-то часам к 6, нам включили свет только. Получается, 2,5 суток, все вот было без света. Ну, здесь надо Дарье Александровне еще отдать должное, они привезли нам генератор и бензин. Так что вот мы вечером уже хотя бы включили холодильники, ну и, по крайней мере, спасли продукты.